Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у меня будет распаковка первого заказа, жалко, нет такой красивой ленточки со снежинками, из компании Siberian Wellness. Заказ у меня был на 200 баллов, но часть, уже три продукта, я отправила вообще в другой город. Вот то, что мне понравилось, можно разделить заказ на корзины и поменять направление, то есть часть заказа домой прямо принесли. Кстати, такой прикол был, заказ принесли прям 31 декабря. Новый год, суета, я бегаю тут с кудряшками, звонит курьер, я буду в течение часа, окей, вылетаю, беру посылку, расписываюсь, залетаю домой, кидаю посылку, думаю, потом разберу, посмотрю. Хорошо, что я стала поднимать пакет наверх, думаю, гости будут, надо наверх убрать. И чисто случайно увидела, вот на каждой посылке есть вот такая надпись, кто хозяин посылки, а там не моя фамилия. Я думаю, что такое, что за прикол? Звоню курьеру, он говорит, сейчас вернусь быстренько. То есть быстро вернулся, поменял мне посылку. Фух, думаю, ну хорошо. Итак, давайте посмотрим, что я заказала. Начну с простых продуктов, потому что я, конечно же, только-только начинаю изучать продукцию. Я еще не могу вам рассказать все составы, как это влияет, какая реакция моего организма. Я пока просто хвалюсь покупкой. Итак, две зубные пасты. У меня уже был опыт покупки зубной пасты в этой компании, я брала с прополисом, она мне, знаете, как вот сначала понравилась, а потом я поняла, что она мне надоела. У нее такой вкус вот прополиса, то есть он немножко едкий и очень натуральный, здесь 98,5% натуральности, то есть на коробочках все написано. И я понимаю четко сейчас, что зубные пасты должны быть разные, 2-3 как минимум, чтобы их чередовать. Я открыла сначала сибирскую облепиху, потому что она для чувствительных зубов, то есть здесь профилактика идет, чувствительность, снижение чувствительности. Ну, понятное дело, что здесь составы, все вы можете почитать на сайте, я буду ссылки прикреплять прямо под этим видео в описании. Но что меня порадовало в этой пасте, это цвет, такой желтенький цвет, как облепиха, это что-то прям неприятный запах, сразу вам скажу, если вы будете ждать, что здесь все такое сладенькое, вкусненькое, нет, абсолютно нет, на вкус она тоже невкусная. То есть ощущаются какие-то природные вот составы, нет ничего отвлекающего, чтобы я чистила там и мурлыкала. Вот я вам честно говорю, я прям сразу сказала, мне невкусно было, но ощущение во рту приятное, ощущение чистоты. Пока не могу сказать про поводу чувствительности, но я сейчас ем очень много сладкого, мне на Новый год надарили конфеты, брат привез целую сумку, и дети там с подарков своих оставили, то есть у нас полная ваза конфет, я сладкоежка, жуткая сладкоежка, поэтому у меня перед Новым годом вот прям чувствительность обострялась, и я пастой зубной от компании Oriflame наносила себе масочку, делала, чистила ей часто, чтобы мне было комфортно. Сейчас никаких неприятных ощущений пока нету, то есть ну, нормальная хорошая паста. А эту я еще не открывала, пасту сейчас вместе с вами откроем, сегодня начну ей чистить, морской кальций для укрепления эмали. Вот тоже ингредиенты натурального происхождения. Ну, все очень классно. Паста запечатана, то есть вот так вот нужно оторвать фольгу, и внутри, вы знаете, у нее такой цвет, ну, как можно сказать, да, светлый, не белый, но, ой, а вот это пахнет вкусно как. Такая мятная свежесть здесь ощущается. Мне интересно, вот, что у нее в составе, где бы это посмотреть. Не вижу. А, вот комплекс эфирных масел лимона, можжевельника и гвоздики. Вот чувствуется вот эта свежесть гвоздичная, даже пряности, не свежесть. Морской мультиминеральный комплекс, источник биоактивного кальция, магния и других 72 важных микроэлемента способствуют реминерализации эмали зубов. Вот то, что мне нужно, чтобы мои зубы были в полном порядке. Так что у меня теперь две зубные пасты новые, буду только ими сейчас пользоваться, и потом буду вам рассказывать, понравилось мне или нет, как обычно, очень честно. И здесь на облепихе экстракты масла облепихи, экстракт календулы,
подавляет размножение кариесогенных бактерий. Я таких слов-то не знаю. И экстракт душицы. В общем-то, все составы очень понятные, все расписано на сайте, что мне нравится. Можно узнать и все составы, и что там внутри. Вот. Вот про этот продукт я слышала очень много раз. Большая толстая коробка, истоки чистоты. И здесь у нас три формулы. Есть специальная схема, как их пить. Я решила начать с очищения организма, потому что это для меня актуально. Я чистку делала только один раз в своей жизни. Я делала чистку по Марве Оганян. Вот кто слышал, то есть там 21 день пьешь только отвары трав. Хотела сказать отравы трав. Ладно, отвары трав с медом, с лимоном 21 день. Это была жесткая чистка, и потом 21 день постепенный выход из этого, можно сказать, голодания, потому что не съедаешь ничего, то есть полностью останавливаются все процессы переваривания пищи, потому что в организм поступает только жидкость. И вот в этих травах, мед и лимон, содержатся все микроэлементы, которые необходимы, чтобы, как говорится, ну, не умереть из голода, не умираешь. Так вот, я хочу сделать вот такую чистку. Она здесь происходит на уровне, да, межклеточная чистка. И потом я хочу сделать антипаразитарную программу. Честно, никогда не делала, всегда было интересно. Итак, здесь три формулы. Первый флакончик, вот такой вот, да, здесь вот много-много-много пилюлек, как их называть, капсулки такие, да. Что здесь? Очищение межклеточной среды – это первая формула. Она оказывает стимулирующее воздействие на все системы внешклеточного очищения, внеклеточного очищения, то есть кишечник, желчные пути, органы мочевыделения, бронхи, кожу, кровеносно-лимфатическую и иммунную систему, которая очищает пространство вокруг клеток. Здесь, конечно, состав бомбический, не буду все зачитывать. Вот. Что важно? Когда делаешь вот такую чистку, нужно много пить, потому что без воды может быть не очень хорошо, то есть может и тошнота возникнуть, да, вот какие-то неприятные ощущения. В принципе, воду нужно пить всегда, а здесь обратить внимание, что воду пить очень тщательно. Следующая формула истоков у нас идет внутриклеточная, то есть это было межклеточное, теперь внутриклеточное очищение. Способствует активации процессов очищения внутриклеточной среды. При этом специальные ферменты быстро и эффективно обезвреживают токсичные вещества, которые проникают внутрь клеток. Кстати, рекомендуют после праздников, когда идет такое переедание, вот делать такую чистку. И третья формула, она идет антиоксидантная защита клеток организма. Ну, про антиоксиданты мы уже многое знаем, понимаем, насколько это важно. Что делается? Эта формула защищает клетки от повреждающего действия особо опасных химических веществ, свободных радикалов, которые постоянно образуются в организме под воздействием вредных факторов окружающей среды. И вот что я еще знаю про эту вот формулу истоки чистоты, то что ее создавали специально для людей, которые работали на производствах таких вот металлургических, то есть где очень много идет вот отходов таких не химических, абсолютно опасных для организма. То есть это было сделано вот с такой целью, поэтому буду пробовать. Если интересно, пишите, расскажу, покажу. Будем с дочкой вместе чиститься. Она мне уже прям говорит: мам, ну когда же мы начнем чистку, ты говорила, я жду. Я говорю: ну давай начнем. Что еще заказала? Вот пик. Пик — это природный инулиновый концентрат. Кстати, его тоже и изобретали. То есть это просто порошок. Видите, я открыла аж, по-моему, из топинамбура, что ли. Как вам правильно сказать? То есть нужно одну кофейную ложку залить водой, то есть это половина чайной ложечки, залить водой, все тщательно перемешать и принимать утром за 30 минут до еды. То есть прежде чем что-то пить, во-первых, нужно обязательно посмотреть, как правильно выстроить эту программу, чтобы все друг с другом сочеталось, потому что есть некоторые минералы, которые с друг с другом не сочетаются, их нельзя одновременно принимать. Вот, поэтому не стоит тут просто кидаться и быстренько заказать, потому что Лиля сказала, надо сначала посмотреть, изучить, задать вопросы и потом только уже себе заказывать. И еще я заказала сразу LB Fit, то есть это комплекс из 7
из 7 типов лакто- и бифидобактерий в D-капсулах для баланса микрофлоры кишечника. То есть вот это тоже нужно во время чистки обязательно пить эльбифид. Или если вы пили антибиотики, то есть если вы переболели или дети пили курс антибиотиков или кололи, то обязательно нужно восстановить микрофлору кишечника, то есть почистить все. И, кстати, вот кто переболел ковидом, то тоже рекомендуется делать чистку, потому что, да, чтобы вывести все токсины, которые оставил после себя грипп. Вот, будем пить с дочкой напополам. Я сейчас буду сразу вторую посылку отправлять, чтобы вторую часть, потому что сейчас у меня получается комплект на одного человека. Вот такие вот есть капсулки, как раз вот на 2 недели. Одной упаковки на 2 недели хватает, поэтому надо 2, пропить месяц нужно. Что еще заказала себе? То, что мне давно надо было, в принципе, заказать. Но вот здесь подарочная упаковка, сейчас найду, как ее открыть. Вау, как открывается красиво. Я заказала 2 продукта. Они идут, шли как раз, и, по-моему, сейчас идут по акции. Получилось именно, когда берешь 2, выгоднее. То есть это органический магний и органический цинк. Магний мне еще полгода назад, я была у врача, она мне написала, что мне обязательно нужно пить магний. И я все никак не могла заказать, потому что, в принципе, в аптеке получалось по цене также примерно. Но здесь получается выгоднее взять, потому что возвращается кэшбэк как партнер. Я на следующий день после оплаты заказа, после оформления оплаты заказа, возврат получаю 25% деньгами, которые я могу потом использовать на следующую покупку. То есть вот магний обязательно, мне просто его нужно пить, по-моему, на постоянной основе. Ну и цинк тоже необходим. Еще пакетики вложили. Дайте посмотрю. Вау, какие хорошенькие. То есть такие пакетики, в которых можно продукцию носить, заказы. И здесь у меня что? Волшебство в новом году. Ну пусть будет. Волшебство так волшебство. И это еще не все. Я, кстати, себе хотела заказать аромат, но не заказала его, потому что уже был большой заказ, и я оставила аромат на потом. А сейчас все-таки думаю, что мне нужно сходить в офис и подегустировать ароматы, чтобы не ошибиться, потому что ароматы селективные, и если он мне не понравится, аромат все-таки не дешевый, то будет немножечко грустно. Поэтому, ну, не знаю, что я себе заказала. Пробник. Ребят, это вот просто пробник, упакован как помада. А это пробник крема для лица. Полноразмерный крем стоит порядка 5000. То есть, ну это просто космос. Я никогда в жизни не пользовалась таким дорогим кремом. И как я слушала лекцию Натальи Радкевич, то здесь состав просто какой-то космический. И я взяла себе вот такой пробничек, 7 мл всего так упакован. Там еще бумажка внутри с какой-то инструкцией, да, с аннотацией. О, что здесь посмотрим. Да, я, конечно, так вот прям не рассмотрю. Ну да, здесь как раз состав. О, ну, мне интересно сейчас посмотреть мою эмоцию, как это будет по запаху, мне интересно, и по составу. Тут все тоже запечатано. То есть как будет впитываться, как это все будет наноситься. Я думаю, что 7 мл это достаточно много. Мне хватит на несколько дней, чтобы попробовать. Так, сейчас я его так нанесу. Ой, какая у него текстура легенькая. Есть аромат, очень приятный. Чем-то так, знаете, как сладенько пахнет. Сейчас посмотрю, как будет впитываемость. Вы знаете, он вроде бы легкий, но в то же время плотненький. То есть он не моментально исчезает на коже. Хотя, да, такое... Иногда хочется, чтобы крем прям раз и исчез. Конечно, буду сегодня тестировать на лице, вернее, завтра утром, потому что это дневной крем. Но запах у него... Вот все, он впитался. То есть он такой плотненький,
Не скажу, что прям вот легкий и исчез. Но я, конечно, попробую на коже лица и уже, может быть, запишу коротенькие шорты, выложу тогда в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, буду там рассказывать о моем продвижении в новой компании. Уже у нас прям движуха конкретно. Как мне сегодня одна девочка написала: ну все, теперь будем бомбить. Уже за несколько дней прошли стартовое обучение. Конечно, там все очень-очень интересно. Все подходы абсолютно другие. Мне есть чем сравнить. Ой, как он вкусно пахнет. Я не пойму, то ли медом. Интересно, что здесь в составе. Такое прям, где бы состав увидеть. Так, все. Знаете, меленько. Ну нет, состав будем смотреть на сайте. Вот такой вот мой обзор коротенький. Задавайте вопросы, если вам что-то интересно. Я также вас могу добавить в продуктовый чат. Напишите мне в личном сообщении. Все мои контакты есть. Вы можете мне в Telegram написать, в WhatsApp или ВКонтакте. Я вам отвечу, добавлю вас в продуктовый чат, чтобы вы могли осмотреться, позадавать вопросы. Мне очень нравится, какая идет поддержка, можно задать любой вопрос. Например, вот если у меня давление, что мне лучше попить? То есть там мне говорят, вот от давления вот это. То есть нужно посмотреть, откуда вообще давление, да, откуда ноги-то растут. Оно же не просто так, раз и давление. Продукции много. Ассортимент большой, все интересно, хочется много чего попробовать. Поэтому я сейчас как новичок, как Алиса, наверное, в стране чудес, все изучаю, присматриваюсь. И могу сказать, что каждый день я прям вот себе говорю: молодец, что приняла такое решение. Во-первых, и продукт очень актуальный, нужный, потому что заботиться о своем здоровье с помощью трав, делать профилактику каких-то заболеваний. А если уже есть какое-то серьезное заболевание, то с помощью лекарственных, да, препаратов и совмещать с травами, то есть чтобы легче проходили все вот эти вот восстановления организма, оздоровления, конечно, гораздо приятнее. Вот, на этом буду заканчивать. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.